What science is and how and why it works. Канадцам особо нечем гордиться, но мы можем похвастаться способностью переносить низкие температуры. Сам я живу на западном побережье. Мы тут все неженки. Температур ниже нуля здесь почти не бывает. Но вообще в Канаде бывают такие холода, что мозг замерзает, а пальцы отваливаются. У меня есть друг в Виннипеге, это на юге Канады. Так вот, прошлой зимой там был минус 31, но ощущалось как минус 50. В тот же самый день на Марсе было минус 29. На Марсе было теплее, вдумайтесь, чем в Виннипеге. Но ученые знают, в космосе бывают температуры и пониже. Для их измерения даже используют специальную шкалу Кельвина. Она показывает, насколько температура отличается от минимально возможного значения, абсолютного нуля. По шкале Цельсия абсолютный ноль — это минус 273,15 градуса. А по Фаренгейту — минус 460,67 градуса. Ну а по шкале Кельвина все намного проще. Абсолютный ноль — это ноль кельвинов. А вот тут осторожно. Мы вышли на минное поле неверного употребления терминов. Неправильно говорить 0 градусов Кельвина. Градусы не нужны. Просто 0 Кельвинов. Одно дело, когда вы измеряете что-то от произвольной точки, например, угол поворота, 15 градусов, и другое, когда вы меряете относительно абсолютной точки, в частности, от самой низкой температуры, заданной природой. Градусы здесь не нужны, потому что это абсолют, абсолютный ноль. Наверняка я и сам не раз говорил неправильно. Попробуй, уследи. Но вернемся к абсолютному нулю. Это минимальный теоретический предел температуры, которую может иметь физическое тело. В этой точке из системы нельзя извлечь тепловую энергию или совершить работу. Полный штиль. Но это все теория. На практике абсолютный ноль недостижим. Ведь чтобы охладить тело, надо совершить работу по извлечению тепла. И чем ниже температура, тем больше работы. Чтобы достичь абсолютного нуля, нужно совершить бесконечное количество работы. Но это абсурд. В школе вам наверняка рассказывали, что температура газа связана со скоростью движения его частиц. Когда вы охлаждаете газ, забирая у него тепло, частицы замедляются. Возникает мысль, что если охладить что-либо до абсолютного нуля, любое движение частиц прекратится, но это не так. С точки зрения квантовой механики, вы не можете одновременно знать положение и импульс частиц. Если бы частица остановилась, мы знали бы ее импульс, ноль. И положение, вот же она. Но Вселенная со своими законами не может этого допустить. Из-за принципа неопределенности Гейзенберга. Выходит, какое-то движение должно сохраняться даже при абсолютном нуле, который недостижим. Но тепла из него вы не получите. Физик Роберт Бойл был одним из первых, кто предположил существование минимально возможной температуры, которую он назвал «примум фриджидум». В 1702 году Гийом Амонтон создал термометр, который показывал минимальную температуру минус 240 по Цельсию. Почти, но не совсем. Именно Кельвин в 1848 создал абсолютную шкалу, которая начинается с отметки минус 273 по Цельсию и 0 Кельвинов. По сравнению с этим, в тот морозный день в Виннипеге была чудная погода, плюс 223 Кельвина. Взглянем на поверхность Плутона. Минимальная температура там 33 Кельвина, а максимальная 55. Это минус 240 и минус 218 по Цельсию, соответственно. Средняя фоновая температура во всей Вселенной составляет всего 2,7 Кельвина. Как правило, холоднее всего на огромных космических просторах между скоплениями галактик. Со временем фоновая температура будет и дальше снижаться, но она никогда не достигнет абсолютного нуля. Даже через Google лет, когда испарится последняя сверхмассивная черная дыра, и во всей Вселенной не останется полезного тепла. Астрономы называют это мрачное будущее тепловой смертью Вселенной. То есть, когда все тепло исчезнет навсегда. Это грустно. Возможно, вы удивитесь, но самая низкая температура во Вселенной встречается на Земле. По крайней мере, иногда. И если принять, что у инопланетян технологии не круче наших, хотя это вряд ли. Пока я записываю это видео, физики с помощью лазеров охлаждают газ Рубидий-87 до 170 нанокельвинов, что самую малость выше абсолютного нуля. Они уже получили Нобелевскую премию за открытие конденсата Бозе-Эйнштейна. НАСА работает над новым проектом Cold Atom Lab. На МКС отправят мобильную станцию, которая сможет охладить материю до 100 кельвинов. Это очень холодно. Подведем итоги. Абсолютный ноль — это минимальный теоретический предел температуры, точка, при которой из системы невозможно извлечь тепловую энергию. Никогда не говорите градусы Кельвина. Знающие люди не оценят. Вселенная отстала от нас в том, что касается вопросов охлаждения. Пока. 1-0 в нашу пользу. Напишите, с какой самой низкой температурой вы сталкивались. Лично мой опыт — это буффало в декабре. Ужасно. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.